Дорогие друзья, уважаемые зрители канала Любимого ТВ, рада вас приветствовать. С вами Татьяна Любимова, я природная ведущая. Давайте посмотрим, почему он не звонит, не пишет. Почему? Подумайте о человеке сразу сейчас. Поставьте лайк данному видео. Это ваша благодарность за мой скромный труд. Давайте будем смотреть, что там с ним происходит. Значит, что можно сказать сейчас? Не кует, не мелет, так оно и есть. Шагов не делает никаких. Радуется, празднует, веселится. У кого есть возможность веселиться? У кого нет, у него есть свои дела, которые он решает. Там совместные проекты с кем-то по работе, что-то также. Это друзья и близкие родственники. Все в его окружении, он им уделяет внимание. Человек холоден, сосредоточен сейчас, и он весь погружен в решении своих проблем. Здесь юридические дела могут быть и всякие разные, то, что связано с его вообще жизнью в целом. То есть он сейчас не выделяет особо для себя. Мы видим каких-то амурных переживаний, их нет. Мы можем задать вопрос вообще, да, дополнительный как бы, или еще как-то, ну, вокруг да около, или прямо напрямую, да, спросить прямо в лоб. Что ты там думаешь? Ну, посмотрим. Давайте так, его отношение сейчас к вам вообще в целом. Что он там? Девочки, выгодные, взаимовыгодные. То есть он, если не звонит, не пишет, во-первых, он считает нужным. Когда посчитает нужным проявиться, проявится. Не посчитает нужным не проявиться, не проявится. Это его характер таков или он всегда? Смотрите, он заколачивает что-то, он забивает везде, как говорится, все баки. Он говорит нет. Он умеет четко поставить на место. Ну, он очень строг, вот как-то. Строг, холоден. Он может быть совершенно не таким. Но вот сейчас показывают так, относится так. Он вас не пускает в свое личное интимное пространство. Он обязательно перед вами закроет либо дверь, либо на расстоянии вытянутой руки, или какое-то расстояние, когда ты дальше туда не пройдешь просто. У него есть своя жизнь, в том числе и личная, да? Не пускает. Он говорит, имею право, а почему не должен иметь, да? Значит, здесь еще он видит, я не знаю, тут какой-то достаток хороший показывает, какую-то семейственность, какую-то преемственность. Ну, если жена на мужа смотрит, это понятно, или, может быть, сожительство идти с мужчиной, и вот там есть какое-то совместное. У кого-то бизнес может быть, кстати, дела какие-то. Может быть, вы деньги ему платите, может быть, он вам. Такое тоже может быть какие-то взаимовыгодные товарорыночные отношения. Бывают? Где-то пересекаетесь, как-то взаимодействуете. Ангел-хранитель нам еще показали, но здесь он смотрит, чтобы чтобы не спешить, как бы аккуратненько. Так, если другая женщина, там сейчас посмотрим. Ну, он одинокий показывает здесь так. Может быть, там, конечно, одиночество вдвоем. Но пока здесь отшельник. У кого вы знаете точно, что кто-то есть? Он какой-то сейчас прям не ходок. Не ходок, девочки. Он что-то выжидает в задумчивости. Здесь, конечно, есть какая-то конкуренция. Но, скорее всего, он сам, когда хочет, он может... Вообще, по жизни получается, что сейчас, возможно, прерогатива. Это отстаивание своих позиций и в своем мире социальном. Он, ну, что для мужчины важно, это его самореализация. В принципе, об этом его все мысли. И он здесь какое-то прямо отстранение ведь. И он очень может скрывать сильно про других дам. Вы даже так можете и не сказать про него, видя его. Я не говорю сейчас про абсолютных ловеласов, девочки, балагуров, ловеласов, поручиков Ржевских, да, у которого там имидж такой, болтуна, веселюги, весельчака. Ну и здесь вид совершенно другой. А, конечно, у человека могут быть очень много потаенного, того, что он не желает раскрывать. Просто видно, что человек закрывается, закрывается нарочно. Может быть, кому-то и можно верить. Смотрите, пошли арканы перевернутые. Тут никаких вот нет, ни вторых шансов не дают никому. Не верит сейчас в любовь. Сердце холодно. Здесь важно, здесь ум, мысли, что-то делать. Вот он идет по своей же стихии. Сейчас воздушный больше у него. Давайте посмотрим мысли о вас. Что он там о вас думает? Хочу сейчас еще колоду заодно поменять.
Неплохо было бы с вами повеселиться, отдохнуть, пообщаться, поболтать, может быть, даже там что-то пригубить. Неплохо было бы. Он вас, во всяком случае, уважает, он вас видит взрослой женщиной. Не знаю, сколько девочке вам лет, сколько угодно. В принципе, развитие, он думает, что с вами можно развиваться, с вами интересно достаточно. И если без розовых слюней, соплей, простите, так не хотела про это говорить, но вырвалась. Хорошо, девочки, без конфетно-букетного периода, то есть здесь какая-то, может быть, романтичность, ну вот, на фоне отдыха. Когда он будет расслаблен, где-то он хочет встречи, он не хочет ничего выяснять. Он хочет какого-то разговора, какого-то общения, может быть, просто помолчать даже, не знаю, но на легких каких-то щах. Опять я не так выразилась. Ну, понимаете, он так, видимо, жестит, вот все равно, да, что хочется помягче, а может быть, и надо помягче. Но вот эти вот уси-пуси он не понимает, либо не хочет. Нарочито. Не хочет. Считает это как навязчивость, слишком женскую вот эту розовую вату, сахарную вату, как сахарная вот пудра, что-то такое красивого розового оттенка, но цвет инфантильный для него. Да? Не то, не то. Женщина должна быть женщиной, должна быть взрослой, осознанной, самостоятельной, такой ядреной, с перчиком, с перчиночкой. Да? Со своим собственным мнением, интересно, где-то, может быть, даже за словцом не постоит, но не хабалка, опять же, девочки, здесь разницу надо понимать. Мудрая, самостоятельная, яркая, четкая такая понятная женщина, которая не любит, когда ее учат жить. Вот какое-то, знаете, и очень хорошее совпадение стихий. Вы огненная, он воздушный. Даже если вы водная стихия или земная стихия, вам не нужно быть, это не обязательно, но архетип идет, да? То есть тип манеры поведения, тем темперамента может быть, да, совпадает, что-то здесь должно совпасть. Или у вас даже манера, вот просто, вот я хочу сегодня быть такой, я себе ничего не придумываю, но я знаю, что я такая. Огонь прям, да? А он воздух, и у вас все должно совпасть. Как бы так, вот это его мысли. Так, хотелось бы посмотреть, что у него там в сердце. Он закрытый, такой он прям вообще не подобраться к нему. Но мы посмотрим сейчас, что там. Ну вот и на сердце здесь. Конечно, хотелось бы, чтобы выбор был, как у любовников, у влюбленных. Но выбор. Очень может даже показать, что есть еще кто-то на выборе. А вот он показывает себя мягким. На самом деле, вот его. Суть-то какова? А суть в том, что человек прячется за панцирем, прячет свою ранимую душу. То, что он может любить. И, кстати, ему нравится, когда он чувствует на себе внимание других дам, девочки. Ему нравится это все. Он не хотел бы опять просто выяснять отношения. Он хочет купаться вот прям по легкости, да? Ну, вот он такой. Он напускная, у него холодность, избирательность, это все есть. Но, с другой стороны, он, конечно, очень сложный типаж. Сам по себе сложный. Любит нравиться, и внешне может это не показывать. Или, знаете, когда расслабляется, может это в него выходить. Может быть, не все. Может быть, вы знаете, как бывает, начальник один на работе, а в кругу друзей другой. Или с любимой женщиной проявляется. Но бывают такие мужчины, знаете, вот часто начальники бывают, или мужчины, которые многого добились, и они жесткие в социуме, с коллегами или с соперниками, с конкурентами. А в женском кругу все-таки видно, как глаз горит. Да? Но сейчас что-то там, ну, не то, не те времена, может быть, настали. Но вообще-то он не закрывается, вы видите, уж совсем на 100%. Лазейка-то всегда есть. Просто выбор стоит, кого выбрать или что выбрать. Да? Пожалуйста. Так, ну и почему он молчит, не звонит, не пишет? Давайте так, я сейчас достану 3 аркана и дополнительный. Вы можете выбрать один из 3 вариантов или все 3 посмотреть, или 2, допустим, да? Вот просто, вот. Мы делаем бонус или на варианты смотрим. И дополнительно сейчас еще я хочу посмотреть. Немножко мы разбавим сейчас энергетику разными. Вот 2, да, хорошо, пусть будут даже 2, да, 2 карты. 2 аркана. Так, давайте будем смотреть. Почему не звонит, не пишет? Вот это первая карта. Почему?
Сама судьба. Смотрите, здесь так разворачивает, ни от вас, ни от него ничего не зависит. Здесь сложные времена, очень много дел и задач, которые ему нужно решать. Ему посылает это вселенная, природа, жизнь земная и также высшая сила. То есть он весь, ему надо сейчас не упустить никакие шансы абсолютно. Человек просто закружился, замотался. У него есть действительно что-то поважнее, да, чем вот все, что касается отношений. И здесь плюс-минус, смотрим, девочки, человек реально замотался, он должен зарабатывать. Он не чувствует какой-то подмоги особой и стабильности не чувствует. Ему эту стабильность нужно сейчас как-то получить. Второе, что здесь мы видим. Не звонит, не пишет. Посмотрите, старший аркан, это очень важно. Он сейчас находится в том состоянии, когда лучше под руку не попадаться. Я сказал. Он не любит, чтобы лезли и что-то ему говорили. Ты пообещал, ты не сделал. Там никакие вообще здесь не должно быть ни претензий, ничего абсолютно. Он решительно настроен, очень может даже решительно настроен на все. Вот в своей жизни он должен что-то выполнять и делать, идти по четко заданному плану. Всякие разные помехи сейчас, ну, для него это помехи. Даже если вы там искренне любите или что-то он вам пообещал, то есть тут его лучше не чепушить. Вот так. Этого товарища сейчас. Деньги, деньги, деньги. Но посмотрите, одни пентакли, тут десятка, и то в обратном значении. Хорошо. Здесь двойка. Он выкручивается, он обходит острые углы, он приспосабливается, хотя он должен идти четко. Ну, как же император, а вынужден себя вести. И есть развитие, у него ему нужно четко выполнять какие-то дела, даже обучается, даже он переходит на новые ступени. Может быть, это новая работа, может быть, новая должность. Он ставит цели, он к ним идет, поэтому не звонит, не пишет. И третий аркан, жду этого отдельно. Опять старший аркан, посмотрите, какие сложные энергии. Девчонки, но первым делом самолеты, девушки потом. Зависшая ситуация, ток энергии есть у человека. То есть он здесь должен, вот в этом состоянии, когда у него сложности, он сказать, эврика должен, и выйти как-то выкрутиться из сложности. Ему не до этого, у него все подвисло. То есть он конкретно выполняет какие-то свои задачи, четко и ясно. И здесь еще старший аркан. Все должно быть по справедливости, но у него пока еще идет несправедливо. И пока что нет четкости понимания, что где вот это вот, когда оно нормализуется и гармонизируется, да? Как-то здесь какие-то кармические уроки, трансформации проходит человек. Короче, он весь в себе, весь в своей реализации, девочки, просто весь в занятости. И вы знаете, ну, пока что любви или там каких-то уси-пуси, да, у него есть сердечность, да, у него там есть и эмоции, мы посмотрели, да? Все это спрятано. Ну, конечно же, человек все-таки на выборе. Он показывает, что он отшельник, но он очень противоречивый, девочки, отшельник. Отшельник больше в части саморазвития и, опять же, выйти на новый уровень. Он для этого должен быть просто сосредоточен. Но так как есть кубки, все-таки там должны быть женщины. А так как стоит еще и выбор, то есть вполне возможно, что вот этот выбор его пока не готов. Если действительно надо, да, выбирать между кем-то или между чем-то, а вам еще показывают лучше даже и не ставить никаких условий и ультиматумов, потому что он может сейчас выбрать элементарно карьеру, да? Выбрать себя. Вот, имейте это в виду. Ну, смотрим мы на не очень большой период времени, поэтому я надеюсь, что вам было интересно и полезно, и все нормализуется. Взаимности вам, дорогие, спасибо, что вы со мной, и за ваши комментарии, за ваши донаты. Благодарю вас, и пусть ваши финансовые потоки только усиливаются, радуют вас и ваших близких. Спасибо за вашу подписку. Те, кто не подписан, подписывайтесь, нас ждет много интересного. Пожалуйста, позвоните в колокольчик, для того, чтобы не потеряться и не опаздывать на наши новые встречи, чтобы вы получали оповещение о выходах новых видео. И до новых встреч, до новых видео. Пока-пока.